Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется гордый велосипед украинской торговой марки «Команчи». Модель называется «Backfire 29». 29 – это имеется в виду размер колеса. Также этот велосипед представлен и в размере 27,5, идентичный этому. Ну, описание мы сегодня вам будем говорить о «Найнере». Это гордый велосипед 29 колесо, то есть 29 дюймов. Покрышки здесь идут от компании Continental. Но это круто. Это на самом деле крутые покрышки, легкие и мало долго работают, не быстро стираются. Велосипед комплектуется тормозной системой гидравлической от компании Shimano. Это хорошая комплектация. Спереди стоит ротор 160 и сзади 160 ротор. Вилка здесь Santur. Ничего особого, XSM с регулировкой предлоу, и также есть блокировка хода. Локаут сам по себе вынесен на руль. Как мы видим, легко можно включать и выключать ход вилки на ходу, не останавливаясь. Тем самым это комфорт. Рулевая здесь с полуинтегрированными подшипниками. Так видно здесь юбочка. Это надежность и высокий уровень оборудования. То есть рулевая здесь классная. Руль, как мы видим, такой гидроформированный, имеет утолщение в центре и по бокам уже, когда расходится, более тонкий. Удобно в руке держится. Передний вынос руля имеет отверстие для облегчения самой системы. Классные тормоза. Тормозная система Shimano под два пальца. Как мы видим, удобно тормозить. Соотношение передач у велосипеда 3 на 9. Спереди 3, сзади 9. Переключение передач. Осуществляется переключение на ходу, ну это все технологии. Комплектуются Bowden, Shimano. Shimano Bowden идут разного цвета, разноцветные. Это уже симпотный такой элемент, который добавляется в велосипеде. Спереди стоит шатун от компании Shimano, модель Altus. Соотношение также стандартное 22-32-42 с защитной пластиковой защиткой на шатуне. Спереди стоит переключатель Altus. Нормальный хороший переключатель с верхней подводкой. Сзади стоит переключатель Dior 591. Нормальный хороший на 9-рик. И 9-риковая кассета HG200. Велосипед комплектуется спицами из нержавеющей стали. Томагавк Backfire, Команчи Backfire 29 имеет камеры с автомобильным ниппелем. Как мы видим, легко можно будет накачать колеса, если где-то вы остановитесь. Также у велосипеда имеются педали стальные, металлические. Они надежные, комфортные, класс. У велосипеда есть специальное отверстие для того, чтобы можно было поставить багажник. Вот там и снизу. Тем самым данная модель как горного велосипеда может превратиться в дорожный. Ставим багажник, и вы уже можете легко ездить на большие расстояния с комфортом. Данный велосипед весит 14 кг 800 г. Это легкий велосипед, алюминиевый. Если вас заинтересовала данная модель, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Если вас заинтересовал наш видеоканал, подписывайтесь. Всегда будем рады вас видеть. До скорых встреч!